друзья, как за вторую часть по дверям. Не хочу рассказать новость, как я умер на сотой двери. Я просто не знал, что делать. Давайте вместе попробуем. В прошлый раз я вроде умер на 26-й двери. Да, пока интро сюда. Просто посмотрите на человека. Ну, вы посмотреть на меня не можете, который думал, что он будет ходить только два раза. Я, в принципе, так и умер в последний раз. Я в последний раз умер, я хотел за шкаф залезть, чтобы Раша спастись на 67-й двери. Но у меня Берс просто не пролазил, и все. Давайте поговорим немного о логике в дверях. Блин. Как я эту дверь открою, не понимаю. Кстати, я до 50 подписчиков собираюсь полить свою личность, так что вы можете ускорить этот процесс и лишь тыкнуть на... Опа. И лишь тыкнуть на кнопочку подписаться. Опа. Ладно, пока, короче, это тут проблемы были небольшие, до меня скрич напал. Отлично, лаги. Не пришлось долго ходить. Идем.
Опа, еще отключили. Мне, короче, лень искать ключ. Сказать, что у меня только что паук выпрыгнул. Да, и так, уже приближается 27. Опа. Интересно. Не шмак. Комната. С вами, надеюсь, вы как-то, кстати, перейдите в мой телеграм-канал, там вы можете снимать подробности о видео, что у меня происходит, почему нет, такого. Это серия, да, голову. Ну, погнали!
этом моменте я и закончу свой ролик. Надеюсь, вы досмотрели до этого момента. Вам это понравилось.